Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня хочу вам рассказать о новом проекте. Проект занимается полезным делом, и у проекта скоро будет листинг на PancakeSwap, поэтому, я думаю, можно будет на старте заработать. Кому интересно, ссылка будет в описании. Данный проект собирается сделать революцию в экономике в Камбодже с помощью блокчейна, потому что бедность является серьезной проблемой в этой стране, поскольку 80% населения не имеет банковских счетов. И поэтому эту проблему хотят решить с помощью данного проекта, который называется NatsPay. Проект социального кредитования, рынков орехов, кэшью, использующий технологию блокчейн. Система NatsPay может применяться к другим сельскохозяйственным продуктам в Камбодже. В будущем может стать официальной валютой и в данной стране. Заработная плата и другие платежи также могут быть сделаны с помощью NatsPay, и около 200 тысяч фермеров, выращивающих орехи кешью, сначала будут использовать именно данную систему оплаты для получения заработной платы и платежей. И NatsPay станет первым в своем роде проектом Shanti. Shanti — это является материнской организацией NatsPay. И компания Shanti будет предоставлять финансовые услуги на основе блокчейн, чтобы это все работало. Подробно, Shanti — это служба социального кредитования, которая позволяет пользователям одалживать деньги кому угодно, в любой точке мира на платформе Shanti. Цель состоит в том, чтобы обогатить жизнь сотен тысяч людей, которые не имеют доступа к финансовым услугам, заимствованию, кредитованию, инвестированию и так далее. Поэтому, я думаю, этот проект будет заниматься хорошим делом, помогать людям образовываться, зарабатывать, получать какие-то платежи, да, потому что много людей не имеет банковских счетов. И это все только на улучшение благосостояния людей из Камбоджи. Поэтому я считаю, данный проект будет заниматься благим делом. И вот сейчас у проекта будет листинг, и я думаю, также еще можно будет заработать. У проекта, конечно же, есть свой сайт. Видим, что сайт хорошо сделанный, есть такие видеоролики, показывают, что здесь у нас такие продукты орешков есть, Камбоджа, карта данной страны. Еще здесь также есть белая бумага, поэтому, друзья, можете переходить, ознакомливаться. Здесь у нас 21 лист, и здесь у нас подробно рассказано, что это за страна, как она зарабатывает, какие проценты здесь приведено, да, сколько людей в бедности находится, точнее, без средств платежей, да, нет банковских счетов, ну и другие проценты, как она развивается, что тут здесь по экономике. Кому интересно, также переходите, обязательно ознакомьтесь, если вы будете инвестировать в данный проект. И видим, что у нас за последнее время, за 2021 год, у нас производство данных орехов довольно хорошо увеличилось. Видим производство, все здесь есть, поэтому ссылка в описании, если вы хотите узнать больше о проекте, welcome, ознакомливайтесь уже самостоятельно. Здесь также есть партнеры именно из Японии, они поддерживают данную компанию, это очень также хорошо. Токен у нас будет NatsPay токен, VIP-20, общий supply будет 10 триллионов и цена у нас будет 0.201. Возвращаемся на сайт, видим, что у нас будет стратегический партнер, это Shanti, потому что обеспечивать будет кредитование, то есть систему блокчейна для оплаты. Видим, что у нас банковских счетов у нас 80% населения не имеет, поэтому лучше использовать будет данную систему оплаты, это все будет легко сделано, легко будет оформляться. С помощью данной системы будут оплачиваться платежи, заработная плата, будут также фермеры между собой производить различные оплаты для финансирования своего бизнеса. И люди будут зарабатывать, чтобы люди были с работой, с заработной платой, чтобы имели хороший достаток, потому что будут работать. И производство будет только улучшаться, набирать обороты и улучшить их жизнь. Поэтому ссылка будет в описании. Смотрите, ознакомливайтесь и уже принимайте решение на ваше усмотрение. Идем далее, перемещаемся в Twitter. Здесь у нас есть 15 числа, уже будет совсем скоро, поэтому кому интересно, можете ознакомиться и принять для себя решение, хотите вы заработать и помочь данному проекту или нет. Уже 13 тысяч здесь фолловеров есть, постов довольно много, здесь хорошо поддерживают данную инициативу листинга. И здесь видим аж 5000 лайков и 5700 репостов. Данная страничка была создана в марте 2022 года. Идем далее. Есть еще стратегический партнер у данной компании. Это компания Shanti, которая будет поддерживать NatsPay. Также у проекта есть своя страничка. 15к уже подписчиков, фолловеров есть. Здесь уже есть свой токен, уже все торгуется. Есть адрес контракта, можете добавить себе в MetaMask, на PoCoin и посмотреть, что там происходит по поводу графика. Интересно или нет даже сюда проинвестировать какую-то часть своего капитала. Постов здесь также довольно много. Видим, что у нас проект стартовал именно в Твиттере в январе 2022 года. Относительно недавно уже есть хороший прогресс. Есть свой сайт, можем также перейти посмотреть. Изучить обязательно. Токеномика здесь есть, все приведено на сайте.
Видим, даже есть партнер Pancake Games. Я уже делал обзор на данный проект, весьма крутой, и уже есть в партнерах, что стоит также отметить проект. Если не ошибаюсь, проект этот из Японии, и уже есть стратегический партнер. Друзья, на этом у меня все. Кому понравился обзор и идея этого проекта, что он будет помогать людям получать платежи в Камбодже, то есть улучшать их финансовую возможность зарабатывать, чтобы люди не беднели, потому что там в Камбодже довольно большой кризис. Поэтому, кому интересен, ссылка будет в описании. Смотрите, изучайте. После того, как вы сами обработаете данный проект, изучите его. Потом уже принимайте решение с точки зрения инвестиций. А на этом у меня все. Всем, конечно же, профита. Пока-пока.